Дорогие наши друзья, дорогие товарищи, когда я узнал о встрече молодежи на высоте 194.0 «Огурец», меня охватило сильное волнение. Мне так захотелось встретиться с молодежью на этой высоте, поклониться павшим, но состояние здоровья не позволяет выдержать такую большую нагрузку, физическую и особенно эмоциональную. Я ветеран 132-й стрелковой дивизии, очевидец боя на высоте 194 в октябре 1942 года. В нашей дивизии был разработан секретный план по захвату этой высоты, по освобождению от немцев. И он начал осуществляться. Но немцы обнаружили нашу подготовку к захвату высоты. И в результате тяжелейших боев в течение 3 суток немцы оказались снова на высоте. Эта высота нам очень мешала. С нее просматривали немцы нашу оборону и слева, и справа. А в тыл просматривали на 10-12 километров. Невозможно было ни подъехать, ни подойти к высоте в светлое время дня. Немцы сразу открывали огонь. Героически сражались наши однополчане на высоте. К сожалению, погибли там около 1000 человек наших однополчан. Вот, волнение охватывает так, что трудно говорить. Но мне хочется сказать, что мы победили фашизм благодаря героическому труду у нас в тылу, который обеспечивал нас, фронтовиков, всем необходимым. Вооружением, одеждой, питанием. И благодаря массовому героизму воинов советской армии. Дорогие друзья, вы делаете очень важное дело, эту встречу. Вы подтвердили своим действием, что действительно никто не забыт, ничто не забыто. Это очень важно для нас, ветеранов войны, и для вас, молодежи. Выражаю вам сердечную благодарность за то, что вы не забываете подвиги ваших дедов и прадедов, бабушек и прабабушек. Вы можете гордиться ими. А вам, молодым, надо быть готовым к защите нашей Родины. А юношам неплохо бы в армии в течение 1 года изучать сложную новую военную технику. Выражаю сердечную благодарность вам всем за участие в этом мероприятии. Еще ветераны нашей дивизии благодарят почетного ветерана дивизии, руководителя школьного музея Гатчинской школы Толмачеву Ларису Васильевну. Она очень много делает по патриотическому воспитанию молодежи. Она поддерживает с нами тесный контакт. Мы ей очень благодарны за то, что она сохраняет память о воинах нашей дивизии, которые освобождали Воловскую землю от немецко-фашистских захватчиков. Низкий поклон вам всем, дорогие друзья!